шаг, заводи. Да. Под ПМ. Пистолет. Здесь охотничьи. Это ружье ТОС. И вот прицельная рамка. На скутере домой, он землекопом в РП памяти работает, был остановлен, потому что без шлема ехал, спросил. Задержали за то, что ехал без шлема. Что они обнаружили? Обнаружили вот это вот. Что? Вот это вот все обнаружили. Назовите. Ну вот, все, что нашли. Я это нашел, обнаружил за, вот как по дороге к автостоянке идешь, за Клеопатрой, которая находится. Там лесной массивчик есть, вот там была, находилась вот эта данная сумочка. А куда вы все это везли? Вообще мысль была в милицию сдать, но я не успел, у меня телефон не работал, вы можете сами убедиться, телефон не работает на самом деле. Я Семи Ветров. Да. А где отдел полиции, знаете? Ой, я... Ну, участковый находится по улице Симонова, по-моему. Я в ту сторону ехал, 33-й Вы квартал. Работаете? Да, работаю. Где? Землекопом. Я нашел это все. В сумке нашли? Да, было все в сумке, вот в этой. Штаны мои, да. Так где вы нашли это все? Мои штаны, видите, вот мои штаны. Вот пища для работы. Где вы нашли? На улице Качинцев. Где? В лесном массиве за ларьками. А как вы обнаружили? По нужде завернул и обнаружил сумку, из которой торчали данные предметы.